Уверенно завел машину я, на новый дом с довольством посмотрел. Да, славно протекает жизнь моя, растет и крепнет личный мой удел. Живу в стране возможностей больших, мне можно многого добиться здесь. В приобретениях радость для души, в имении большом большая честь. Не обделен здоровьем, сила есть, чтобы работать и красиво жить. Но кто мне запретит все то иметь, чего желаю и могу купить? Добротный дом и даже, может, два в наследство детям скоро подрастут. Ведь для того дана мне голова, чтоб все предусмотреть. Года бегут, счет в банке, доллар к доллару, и вот совсем не страшно в завтра заглянуть и встретить будущее без забот, ведь это, в общем, нашей жизни суть. Стоп! Это я о чем? Какая мысль? Ведь я христианин уж много лет. Не прославление ли Бога жизни смысл? Писание говорит, вы миру свет, а я все о себе, все для себя. Лукавый обольстил меня опять, неужто охладел душою я и оскорбил Христову благодать? «О Иисус, прости!» — воскликнул я, и голос Божий прозвучал в ответ. «Безумный тот, кто копит для себя, тем приступая мой святой завет, не в Бога богатеет плоти раб. Последний час его – печальный час. Хороший компас жизни, Божий страх. Еще есть время, свой используй шанс». Господень голос смолк, и лишь часы отсчитывали завершение дня. Я понял, что на Божьи весы положена земная жизнь моя.